Всем привет! В этом выпуске я сделаю обзор на такую криптовалюту, как Bluzzle. Вначале хочу видео сказать, что я не профессиональный трейдер, а только лишь любитель, и криптовалюта – это мое хобби. Bluzzle находится на 568 позиции в рейтинге CoinMarketCap, имеет капитализацию чуть больше 3 миллионов долларов и уже выпущено 221 миллион токенов Bluzzle. И общее число запланировано выпустить до полумиллиарда данных токенов Bluzzle. Сейчас его цена 1,5 цента. Начала она торговаться с февраля 2018 года, и тогда она стоила 70 центов. То есть, да, по сравнению с чем стоила и что сейчас стоит, то она сильно обесценилась. А торгуется она на таких криптобиржах, как DragonX, Binance, Huobi, но не имеет большой суточной капитализации, оборота суточного нет у него большого. Видим на Binance 182 тысячи, 12 тысяч, на Dragon 92 тысячи. Суточный объем данной криптовалюты. А что это за криптовалюта? Bluzzle – это децентрализованное решение для баз данных для децентрализованных приложений DApps. Он отличается от других проектов хранения файлов тем, что Bluzzle фокусируется на базе данных, а другие проекты сосредоточены на файлах. У Bluzzle будет 31 мая Kepler релиз, выпуск плагинов, интеграции PaaS и ID, интеллектуальных контрактов, приложений доступа, импорта, экспорта, устаревших баз данных оценки. Давайте пройдемся по прошедшим событиям данной криптовалюты. И видим, что в январе были вопросы и ответы в 2020 году. В декабре 2019 была раздача, в ноябре выпуск Curie. 8 июля тоже вопросы и ответы. То есть не особо много у них событий, участвовали в конференции на протяжении прошлого года. Вот, а такого глобального ничего не происходило за прошлый год. И в конце моего обзора перейдем на их сайт официальный Bluzzle, где можем ознакомиться более подробно и детально с данной криптовалютой, для чего она предназначена, узнать их партнеры, кто являются их партнеры. Видим, что есть документация, что пишут у них, про них в прессе, события, блог, команда и так далее. Все это можно узнать на их официальном сайте. На этом я буду завершать свой краткий обзор. Подписывайтесь на канал, комментируйте видео. Всем пока!